Всем доброго времени суток! Это магазин на школьном стуле, и я, ведущая Виолетта, расскажу вам, как собрать потрясающий рюкзачок в школу. Ну что ж, давайте приступим к делу. Наше предложение очень выгодно, так что не пропустите. Для начала нам понадобится рюкзак, конечно же, из нашей коллекции, потому что это ограниченная серия. Успейте купить. Во-первых, это кожа. Сам рюкзак такого морского цвета, с золотыми молниями. Они очень хорошо, видите, закрывают и раскрывают, потому что они качественные. Давайте поподробнее его рассмотрим. Так вот он расстегивается. Очень, кстати, удобно. Внутри у нас такое отделение. Оно одно, но есть кармашки для телефона и побольше кармашек чего-нибудь еще. Например, кошелька. Еще один кармашек нас приветствует. Вот такого образа. Он на молнии. Сюда вместится, между прочим, очень много. Выдерживает любые нагрузки, потому что он качественный. Ну а сейчас я покажу вам то, о чем вы даже не догадывались. Это еще один кармашек. Он сзади, поэтому он оказывается на спине. И в него можно ложить какие-нибудь ценные вещи, потому что вы в полной безопасности. Там много простора. Вполне уместится телефон, даже какой-нибудь блокнотик. Внимание! Секретный, так скажем, лайфхак. Постарайтесь учиться в том классе, в котором учебники подходят по цвету к этому замечательному рюкзачку. Для сочетания. Но если вам нужно переходить в следующий класс, и там совершенно других цветов учебники, не переходите. Ради моды оставайтесь в том классе подходящими для него учебниками. Ну или в крайнем случае можете перекрасить учебники в такой же бирюзовый цвет, и это будет более-менее. Да! Теперь давайте подберем к этому замечательному рюкзачку учебники, конечно же, и всякие принадлежности. Кстати, если у вас нету принадлежностей под этот прекрасный рюкзачок, то вы можете смело заказывать у нас в магазине. У нас есть школьный отдел, специально для этого разработан, по номеру, который вы видите на экране, собственно. У небольшого разнообразия цвет предметов может чуть-чуть отличаться от портфеля, но не выделяться, запомните. Итак, первое, что у нас есть, это пенал. Такой прекраснейший пенал. Тоже вместительный и легкий. Вот такое замечательное пространство для всяких школьных принадлежностей. Вот тут вот такой вот скрытый для каких-нибудь таких тайных дел. То вы тоже считаете, что чего-то не хватает? Я даже так считаю. Самое время заполнить наш пенальчик вот этим. Итак, первое, что я в него положу, это, конечно же, ручка. Как без ручек? Тоже есть синий такой цвет. Он отличается от портфеля, но тем не менее это сочетается. Конечно же, потом после ручки должен идти карандаш. Смотрите, он такой, между прочим, у него есть терочка. Ну и ножницы тоже понадобятся, между прочим. Вот их можно положить как раз сюда, в тайное отделение. Оно большое, и они уместятся. Дальше на очереди идет такая вот подставка. Ее стоимость вы можете сейчас увидеть на экране. И мы тоже ее положим. Места еще очень много. Так, дальше у нас, конечно же, идут учебники, как же без них. Вот, такой, вот такая вот геометрия, вот такого подходящего цвета. Тут есть и такой бирюзовенький, и темный цвет. В общем, все окей. И вот такой вот учебник. Тут есть тоже сочетание, подходящее к портфелю. Кладем. Он сочетает в себе таких два оттенка, темный и такой светленький, подходит. Прямо морского цвета, как портфель, выполняет образ и сочетается. Ну и последнее, это изобразительное искусство. В нем тоже есть светлый и темный цвет, подходящий. И мы его тоже кладем. В общем, в принципе, все нужное мы положили. Рюкзак, напомню, выдерживает любые нагрузки, потому что он что? Правильно, качественный. Слушайте, молодцы. И можно отправляться в школу.